косплея женщину-кошку? Я бы заплатила, чтобы взглянуть. Иногда по ночам ешь глютен и... О! Вот такие. Она для тебя много значит? Мы недавно подружились. Кажется. Эта неделя выдалась трудная. Я не могу ее потерять. Что случилось? О, боже! Ау! Ты очнулась! Ой, извини! Ты чего ревешь? О, я не реву. Нет, ревешь. Это так... Ну ладно, да. Я реву. Я не знала, что тебе... Я не безразлична. Почему? Ты думала, что у меня чувств нет? Нет. Я просто всех раздражаю большую часть времени. Это не то слово. Я не нарочно. У меня нет таких фильтров, как у всех нормальных. Не знаю, из чего это сделано, но оно спасло вам жизнь. Спасибо. Где Эллен? Я не знаю. Мы должны ее найти. Я уже вызвала помощь. Потому что я ранена? Да. А еще потому что ты меня убедила, что не обязательно делать все самой. Неплохо. Что? Привет, ангелы. Вам придется кое-что объяснить. Это вам не Бразилия. Привет. Я привез пробиотики. Это домашняя комбуча. А самое главное, я привез друга. Ты... Тихо! Я не предавала вас. Тогда что тебе надо? То же, что и тебе. Я должна была умереть. Она позвонила сразу после тебя. И, кстати, я привез компрессы для синяков. И так заживет. Ладно, синей дальше. Но кто же тогда? Может быть. О, может. Я долго за ним следила. Когда он приземлился в Стамбуле, я поняла, что нужно добраться до него, пока он не добрался до вас. Босс, они уходят. Идти или нет? Босс! Черт! Я виновата, что сбежала из каменоломни, но еще больше, что опоздала. Я просто поверить не могу. Сам Бозли? А про меня запросто поверила. Ты это слышала? Австралиец Джонни. Тот, кто сбежал. Да, опять. Последний раз мы его видели в Рио, а потом... Ты столкнула меня с крыши. Пора бы уже это забыть. О, господи. Да я уже... Ну, почти. Значит, последний, кто его видел, был... Был Бозли. Именно. Джонни не попал в тюрьму, и Чарли заподозрил, что это связано с Бозли. Оказалось, он строит свою сеть и продает услуги тем, кто дороже заплатит. Так он связан с преступниками? Да. Джонни, мистер Ходок, тот киллер, они работают на Бозли. Он всегда был странным типом. Придурок. Англичанин. Значит, Бозли забрал Елену? Угу. Знаете, где они? Конечно, знаем. Вся ваша одежда в жучках. У тебя в квартире чертова прорва кожаных курток. Я же говорила, временно, а не навсегда. Александр Брок принимает гостей у себя в поместье, Елена там. Бозли повез Елену к Броку. Возвращает Бёрдмана в Алькатрас. Кого? Фильм такой, с Бёртом Ланкастером. Бёрдман? Там Майкл Китон. Нет, Майкл Китон Бэтмен. Нет, Бен Аффлек Бэтмен. Да какой он... Только я знаю, кто такой Бёрт Ланкастер. Я контужена. Неважно. Это старый фильм. Годы, наверное... Тебе сколько лет? Мне сколько? Это не имеет отношения к делу. Тогда о чем мы говорим? У фильмов бывают разные фанаты. Заберем нашу девочку.